3 марта в Доме культуры станицы Северской состоялась открытая сессия Совета муниципального образования «Северский район». После просмотра фильма о достижениях Северского района за 2021 год слово взял глава муниципалитета Андрей Дорошевский. В своем отчете он рассказал об основных аспектах деятельности администрации. Один из главных показателей эффективности работы – бюджет. В прошедшем году задачи, направленные на исполнение утвержденных бюджетных назначений консолидированного бюджета края в Северском районе, выполнены и составили более 5 миллиардов 443 миллионов рублей. Уточненное бюджетное назначение обеспечено свыше 130%. В ранжированной таблице среди муниципальных образований Северский район по темпу роста занимает 4 место, а по выполнению плана – 1. В бюджет района поступило 936 миллионов рублей собственных доходов. Плановое бюджетное назначение по платежам выполнено всеми поселениями района. В ходе сессии жители района задали волнующие их вопросы. Обсудили состояние корпуса Северской центральной районной больницы, последствия и профилактику подтоплений, строительство бассейна, а также работу энергетиков. Все квартальные возмущены. Но это невыносимо. Ежедневно по несколько раз в день отключают свет. Число отключений сейчас связано с переключениями по распределению сети, по ведению работы по разокрупнению сети. Сейчас вот в том как раз районе, о котором вы говорите, там устанавливаются новые подстанции. Вот, в связи с этим для безопасности работ там приходится выводить, отключать, организовывать периодически паузы, потому что выводятся высоковольтные линии, выводятся участки линии. На сессии присутствовал министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, а также депутаты законодательного собрания края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко. Самая главная задача, которую перед нами ставит губернатор, это перейти на темпы развития выше до пандемийных, обеспечить опережающий рост экономики и увеличить мобилизацию доходов. Район продолжит активно участвовать во всех программах, и эти программы будут финансово увеличены. Задел для этого есть. Мы постоянно рассматриваем увеличение доходов и расходов, естественно, сразу же краевого бюджета. Район действительно очень активно работает, и те результаты, которые озвучил глава, они, конечно, впечатляют. С отчетом о проделанной депутатским корпусом работе выступил председатель Совета муниципального образования Северский район Владимир Захарченко. В прошлом году депутатами проведено 467 встреч с избирателями, в которых принял участие более 4000 жителей района. На личном приеме у депутатов побывало 356 избирателей. Процент выполнения обращения более 80%. Слово взяли и народные избранники района, дав свою оценку работе администрации за отчетный период. Я хотел бы от имени депутатов нашего района, мы посоветовались и, конечно, в один голос говорим о том, что необходимо работу главы администрации района признать удовлетворительной. Андрей Дорошевский выступил с ответным словом, поблагодарив жителей за участие в жизни района. Хотел бы поблагодарить всех присутствующих в зале и даже тех, кто не смог сюда прийти, потому что сейчас все-таки действуют ограничительные меры, пандемия. Хотел поблагодарить всех за совместную работу, за неравнодушие. Вот действительно, вот один человек мало что может сделать, а вместе мы сила. И пока мы вместе, мы непобедимы. Работу главы и администрации района депутаты единогласно признали удовлетворительной.